Всем привет! Напишите, пожалуйста, есть ли звук в моем видео? А сейчас есть звук? Можете написать, кто присоединился к прямому эфиру? А, все, супер, написали, звук есть. Спасибо за активность. Добрый вечер, Наталья, Галина, Игорь. Все, начинаем прямой эфир. Вы знаете, я хотела бы напомнить, кто сегодня присоединился к эфиру впервые. Я хотела бы напомнить о том, что меня зовут Анна Котвицкая, я занимаюсь уже более 10 лет рекламой и маркетингом, а последние 5 лет я занимаюсь развитием своего рекламного агентства в сфере SMM. И я сейчас, вот у меня уже прошло несколько прямых эфиров, это 6-й прямой эфир, в котором я делаю обзор на книгу Дэна Кеннеди «Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум». Кто не знает, вдруг Дэна Кеннеди – это американский миллионер, это бизнес-тренер, это коуч, человек, который написал более 20 бестселлеров о бизнесе, о директ-маркетинге, о том, как получать, как зарабатывать, получать максимум от своих маркетинговых и рекламных решений. Собственно говоря, у этого человека, у Дэна Кеннеди, учились известнейшие сейчас на просторах СНГ инфобизнесмены и продолжают ездить на его тренинги и мастер-классы. Собственно говоря, это я бы вам порекомендовала бы найти его книги из других сфер. Они очень интересные, они очень прагматичные, применимые к жизни. Вот за что мне нравится Дэн Кеннеди, почему я решила сделать обзор именно на эту книгу. И вы знаете, я хотела сегодня сделать обзор на еще несколько глав этой книги. И прочитала, вот я уже полностью прочитала книгу и хотела сегодня освещать еще какие-то главы, но, вы знаете, они мне почему-то не зашли. Это были такие технические моменты, главы, которые были связаны с тем, что как там настраивать лендинг, как тестировать лендинг, как тестировать всевозможные инструменты. Мне почему-то кажется, что тем людям, которые развивают бизнес, предпринимателям, эта информация будет не особо интересна. Она больше для людей, которые, для специалистов, для людей, которые занимаются решением конкретно этих задач. Вот. Поэтому сегодня я решила сделать такой общий обзор и рассказать вам, как эта книга повлияла на меня, что конкретно я в этой книге почерпнула для себя и для своего бизнеса, и как она, ну вот, как она мне зашла, эта книга. Мне кажется, что книги, особенно в бизнес-тематике, они классные, когда они мотивируют. Вот если вы взяли книгу, прочитали ее, и после этого вы пошли действовать, то эта книга классная. Так вот, с этой стороны, с этой точки зрения, эта книга на меня реально повлияла. Она для меня стала мощным мотиватором. Как только я начала читать эту книгу, только вот с первых глав, с первых страниц, у меня сразу пришла идея записывать прямые эфиры с обзором этой книги. И сегодня я провожу 6-й прямой эфир. И эти прямые эфиры, они мне дали необычайно много опыта. И после проведения прямых эфиров у меня пришла уже следующая идея записать свой собственный онлайн-мастер-класс, и я его уже готовлю. И, кстати, напомню, что я буду проводить его 23 февраля совместно со своим партнером Максимом Куратовым. Максим, он суперспециалист в области создания лендингов и дизайна, поэтому он даст много полезной информации в этом направлении, о том, как работать с дизайном в социальных сетях, как работать с лендингами. А я, конечно, буду рассказывать о том, как сделать ваш SMM максимально результативным. Поэтому приглашаю, ссылки в описании к этому видео нет, потому что я заново это видео разместила, но я обязательно напишу комментарий к этому, я обязательно сделаю описание и комментарий и укажу эту ссылку, на которую вы можете переходить и уже регистрироваться на этот мастер-класс, потому что он будет интересным и действенным. Вот, ну а я перехожу к тому,
Да, хотела рассказать вам еще о втором глобальном инсайте, который меня посетил после прочтения этой книги. Когда мы читаем книгу, мы часто себя ассоциируем с героем или с автором этой книги. И я уже вам рассказывала, что соавтор Дэна Кеннеди Ким Уэлш Филлипс. Это женщина, американская бизнес-вумен. Она, как и я, директор и владелица рекламного агентства только в США. И вы знаете, когда я читала эту книгу, я вот то, что писала Ким о своем бизнесе, это абсолютно, абсолютно откликалось мне. Она описала те проблемы, которые возникают в бизнесе, в сфере диджитал, в рекламных агентствах, и то, как она решала их. И она решала их с помощью подхода Дэна Кеннеди, потому что она училась у Дэна Кеннеди в коучинге. В общем-то, они не случайно написали эту книгу в соавторстве. И я очень рекомендую эту книгу прочитать тем, кто занимается рекламой, маркетингом и кто развивает агентство в сфере диджитал. Вот там те этапы изменения, которые проходила Ким, они абсолютно применимы в наших реалиях, потому что там проблемы именно бизнес-модели. Там нет такого, что этот бизнес в Америке, он как-то по-другому развивается, не так, как у нас в Украине. На самом деле очень похожие ситуации. И я многое почерпнула из опыта Ким и применила к своему бизнесу. И если сейчас вы напишите мне в комментариях либо плюсик, либо слово «интересно», то я вам расскажу, что конкретно я взяла из рекомендаций и применила в своем бизнесе. И поделюсь с вами вот тем, что я применила. Ну, если вам будет интересно, вы можете написать в комментариях, и я поделюсь своим собственным опытом. Но все равно поделюсь, уже подготовила этот блок информации. Так что, что я считаю важным применять в рекламном бизнесе? Вот Андрей написал и Игорь плюсик, тогда делюсь. Так, во-первых, какой опыт я извлекла и применила на своем собственном агентстве? Во-первых, я увеличила активность в социальных сетях. При этом я увеличила активность во всех социальных сетях, включая LinkedIn, Facebook, Telegram, YouTube. Я стала не просто там более активной, я стала больше давать профессиональной информации, больше рассказывать о том, чем я занимаюсь, и давать полезные рекомендации для бизнеса. Собственно говоря, сегодня эта тема очень сильно помогает бизнесу, особенно если это сложный бизнес, такой, как у меня. Я думаю, правда, сегодня любой бизнес сложный. Но если вы занимаетесь бизнесом таким консалтинговым, как у меня, то, конечно же, вы просто должны быть активны в социальных сетях, и вот этот я применила. Я стала выпускать регулярно email-рассылку, и она у меня была и раньше, но сегодня я сделала ее более... Я добавила туда больше своего личного опыта и больше полезных рекомендаций для бизнеса. То есть это уже не просто такая рассылка с информацией об СММ в целом, а там те моменты, которые реально можно применять, те, которые ко мне пришли с опытом. То есть это не вычитанные, где-то найденные просто рекомендации из интернета, а это вот те рекомендации, которые реально мною прожиты и из моего опыта. Я стала добавлять больше вот такой информации в мои email-рассылки. Я, как вы уже знаете, запланировала проведение онлайн-мастер-класса, там будет и онлайн, и офлайн. Это тоже то, что я почерпнула, потому что Ким, она пишет о том, что она активно выступала, она всегда участвовала в каких-то форумах и профессиональных всевозможных тусовках, поэтому я считаю, что это тоже очень важно делать, и я это тоже применила к своему бизнесу. И самое важное, я стала применять к работе с клиентами принцип результативного SMM и стала работать над тем, чтобы подбор наших тех инструментов, которые мы применяем, чтобы он был максимально результативным и давал клиентам продажи.
В свою очередь, я теперь прошу от клиентов, чтобы они предоставляли мне реальную картину. Вот если мы направляли нашу рекламу, чтобы что-то продавать, я обязательно запрашиваю обратную связь и узнаю, что конкретно мы продали, что мы помогли продать клиенту, как мы помогли клиенту заработать. И вот буквально недавно мы внедрили несколько рекламных кампаний, направленных конкретно на продажу товара, получили обратную связь, и она была достаточно положительной. Вот это самое важное, что я применила в своем бизнесе, я стала делать акцент и ставку на результатах. Потому что можно много говорить о картинке, можно много рассуждать о текстах, но самое важное, что мы должны давать, это результат, это реальных клиентов, реальные продажи. Вот так вот повлияла на меня эта книга, и вот такие вот моменты я привнесла в свой собственный бизнес. Так, дальше. Как, собственно говоря, Ким пишет в книге, когда вы даете результат, то все остальные моменты и претензии исчезают. Поэтому это очень важная рекомендация для всех, кто задействован в рекламном бизнесе. Дальше, что еще? Если обобщить всю информацию в этой книге, то, собственно говоря, здесь в этой книге говорится о том, что сегодня социально те принципы, которые работают в обычном маркетинге, они работают и в социальных сетях. Это те же механизмы и те же принципы. Поэтому, если подрезюмировать вот все, что было написано в книге, и сделать такой вот перечень инструментов и перечень советов о том, как получать прибыль от социальных сетей, то она будет состоять из нескольких моментов, и я вот их подрезюмирую. Первое – это правильный выбор ниши. Это когда вы правильно выбираете нишу, на которой хотите зарабатывать. Как правильно выбрать нишу? В этой нише должны быть клиенты, у которых должна быть проблема. Эти клиенты должны иметь деньги, чтобы заплатить за эту проблему. Поэтому ваш продукт или ваши услуги решают эту конкретную проблему. И желательно, чтобы ваш продукт закрывал какую-то одну глобальную проблему ваших клиентов. И, кстати говоря, чем уже вы выбираете нишу, тем больше вероятность того, что вы в ней станете лидером. Потому что быть классным для всех и иметь размытую широкую целевую аудиторию сегодня – это дорогое удовольствие, это неэффективный путь. То есть первое – это правильный выбор ниши, второе – это правильное определение своей целевой аудитории. Ким в книге советует выбрать тех клиентов, которые вашему бизнесу приносят наибольшую прибыль, и сосредоточить свое внимание на них. Посмотреть, чем еще вы могли бы быть полезны именно этим клиентам, какую еще их проблему вы могли решить, как вы могли бы улучшить для них сервис, и ваше внимание, и ваши ресурсы, и вашу рекламную кампанию вы направляете именно на тех клиентов, которые приносят для вас определенную прибыль. Как этих клиентов определить? Вы смотрите, кто вам приносит наибольший чек, и дальше вы смотрите, какие у них общие характеристики у этих клиентов. Какой возраст, пол, какое место жительства, какое положение, какие интересы. В общем-то, вы пытаетесь дать им определенные характеристики, чтобы потом на них направить рекламную кампанию в социальных сетях. Третье – это, естественно, вы должны определить уникальное торговое предложение для своего бизнеса. Такое простое понятие, но сегодня мало кто его применяет в бизнесе. Кстати, на Западе я обратила внимание, вопрос, в чем твое УТП, в чем твое уникальное торговое предложение, это нормальный вопрос не только для бизнеса, его можно задавать даже человеку. Я видела не один раз, я видела в фильмах фраза, когда герой фильма мог спросить у другого, в чем твое УТП. В чем твоя уникальность? И уникальность определить тоже реально возможно для вашего бизнеса. Вы отвечаете, УТП должно вас отстраивать от конкурентов, должно содержать максимальную какую-то выгоду для ваших клиентов и должно быть максимально простым. Если вы хотите сформулировать УТП для своего бизнеса, тогда вы пытаетесь ответить на вопрос, в чем вы уникальны, какую глобальную, какую проблему рынка вы реально решаете с помощью ваших услуг, вашего продукта. Дальше вы определяете, в чем уникальность ваших клиентов,
Ну, собственно говоря, в книге даются еще несколько вопросов, которые помогут вам раскрыть УТП для своего бизнеса. И дальше вы, конечно, работаете над текстом, над контентом для социальных сетей с использованием УТП. И, собственно говоря, использование УТП существенно влияет на вашу результативность в социальных сетях и на то, чтобы вы продавали в социальных сетях. Дальше вы, естественно, вы правильно оформляете ваши рекламные посты с использованием УТП. Если, и, значит, еще применяете так называемые лид-магниты. Это всевозможные фишечки, которые вы бесплатно дарите или бесплатно даете скачать вашим клиентам в обмен на их контакт. И, в общем-то, если вы все вышеперечисленное сделали правильно, тогда вы уже получаете лиды, контакты ваших клиентов и уже можете продавать им свою продукцию или свою услугу. И в книге делается акцент на том, что сегодня уже не работают обычные методы продаж, агрессивные. Так, вот я вижу вопрос, я на него отвечу, когда закончу уже со всем своим месседжем по сегодняшним. Обязательно, Татьяна, отвечу. Так, и, значит, правильно оформить продающий, значит, мы перешли к тому, что если мы все сделали правильно, тогда мы получаем лиды. Как работать с лидами? Как работать с лидами, как применяя принцип продаж, который сегодня называется Unlock the Game. Это продажи, так называемые, продавать, не продавая. Сегодня агрессивные методы не работают, преследование клиентов не работает. Unlock the Game – это вы умеете продавать, вы общаетесь с клиентами, не продавая, а пытаясь решить их проблему, переключая внимание со своей собственной выгоды на проблемы клиента, на решение проблем клиентов. И один из принципов этого мышления – это нет, значит нет. Когда вам клиент говорит нет, тогда вы понимаете, что это просто не ваш клиент, и вы не тратите на него время, а тратите его на тех, кому ваш товар или ваша деятельность или ваши услуги интересны. Вот, собственно говоря, об этом книга. Есть глава книги, которая посвящена тому, что вы выстраиваете взаимоотношения со своей потенциальной аудиторией, подобно тому, как вы знакомитесь со своей второй половинкой. Когда вы пытаетесь с кем-то познакомиться, завязать беседу, то, естественно, вы там в лоб не говорите о своих желаниях, а вы, наверное, пытаетесь сначала поддержать беседу, потом сделать комплимент, потом, возможно, какие-то подарки, знаки внимания, и уже только после этого переходить к основной теме. Вот авторы книги советуют выстраивать взаимоотношения со своей аудиторией по такому принципу, потому что не работает продажа в лоб, так как мы это делаем, например, в Google или там еще в других системах, а работает вот такая вот постепенная работа по выстраиванию лояльности вашей аудитории к вам. Вот, собственно говоря, такие выводы. Рекомендую книгу для общего развития, особенно если вы хотите немного лучше разбираться в маркетинге и понимать вообще, как все функционирует. Поэтому мой вывод личный, что мне эта книга реально помогла. Реально помогла и реально повлияла. И я ее оставляю как свою настольную книгу, и периодически я к ней обращаюсь для того, чтобы почерпнуть новую информацию. На самом деле она достаточно сложная, и в ней очень много информации. Вот те авторы, которые работали над книгой, они реально заморочились и реально написали очень много рекомендаций. В книге, кстати, содержатся кейсы реальные успешных рекламных кампаний, поэтому можно это прочитать, и это будет доказательством тому, что если все сделать правильно в социальных сетях, то ваша работа будет, конечно, вознаграждена реальными продажами и прибылью. Вот, сегодня всем спасибо, кто присоединился к прямому эфиру. Татьяна задала мне вопрос, в чем мое УТП, в чем мое лично уникальное торговое предложение. Если говорить обо мне как о специалисте в этой сфере, я думаю, что мое
если мы говорим сейчас не о компании, а обо мне лично, как о специалисте в сфере SMM и маркетинге, думаю, что моя уникальность заключается в том, что я постоянно ищу решения, которые бы помогали бизнесам моих клиентов. Я нахожусь в постоянном поиске и постоянно тестирую разные методы, ищу ответы на вопросы, и мне всегда интересно сделать результат для тех клиентов, с которыми я взаимодействую. В чем еще моя уникальность? В том, что я, наверное, стараюсь выстроить взаимодействие и сделать так, чтобы моя работа была максимально понятна для клиентов, чтобы они не чувствовали, что что-то делается для их бизнеса, они не понимают, что. То есть в сфере SMM мало быть просто специалистом, а важно еще и уметь коммуницировать. Поэтому коммуникация – это то, над чем я работаю, и то, что очень важно для взаимодействия. В чем еще уникальное торговое предложение? В том, что, наверное, у меня огромный опыт в сфере маркетинга, в сфере продаж. И в том, что я реально человек, который занимается личными продажами. Мне кажется, что если вы в своей жизни никогда ничего не продавали, то быть маркетологом и продвигать чужие бизнесы – это очень странно. Мне кажется, что сегодня человек, который занимается маркетингом, должен обязательно продавать, уметь продавать. Поэтому я умею продавать, я знаю, по какому принципу это все выстраивается. Естественно, я могу помочь продавать свои продукты и товары своим клиентам. Наверное, вот такое уникальное торговое предложение. Собственно говоря, на этом я хотела бы закончить. Если, может быть, у кого-то есть еще вопросы, пишите. Есть вопросы? Так, прекрасно. Все, тогда мы заканчиваем. Пожалуйста, Татьяна. Вы знаете, я на этом, у меня уже вышло 6 эфиров с обзором книги Дэна Кеннеди. Книга закончилась, собственно говоря, я рассказала все. И я вам говорила, что я рассказываю не все подряд, а только то, что конкретно мне зашло, и то, что я посчитала интересным и применимым и для меня, для моего бизнеса или для бизнеса моих клиентов. Поэтому с книгой я заканчиваю на этом эфире, но я планирую проводить каждую неделю прямые эфиры с информацией интересной о маркетинге, о продажах, об SMM. Поэтому обязательно их проанонсирую, и будут еще более интересные прямые эфиры. Поэтому, кому будет интересно, следите за моей страничкой, буду анонсировать и присоединяйтесь к следующим прямым эфирам. Всем хорошего вечера и пока!